день, всем доброе утро, или у кого день, или у кого вечер. Сегодня с утра у меня съемка в Мадагаскаре. Слинга мамы попросили немножко поснимать их мероприятия, поделать, может быть, портретики какие-то, то есть чуть-чуть пофоткать детишек с мамами. Это они из клуба, по-моему, «Ясень» называется. Выборгский клуб мам. Ссылочку я внизу прикреплю, кому интересно, посмотрите. Вот, и у них сегодня мероприятие в игровом центре, не знаю, Мадагаскар детский. Что-то у них там будет, попросили прийти посниматься. Вот. А потом поеду в студию, тоже будет съемочка семейная. Вот. Так что тороплюсь. Сейчас, наверное, в Мадагаскаре встретимся. Вот такой вот Мадагаскар. Клуб для детишек. Сейчас мы в него пойдем. Оп. Разувайся. Проходим. Здравствуйте. Хочу представиться. Меня зовут Шишкина Елена Сергеевна. Я заместитель директора Дома молодежи. А сегодня завершается, вы вместе все завершаете неделю слингоношения в Выборге, которая проходила в рамках Международной недели. Поэтому сегодня еще мы завершаем одно доброе дело, и цель которого – пополнение клуба новыми мамочками. Я не знаю, кто новый сегодня, но знаю, что точно есть новенькие мамочки, которые прибыли в течение этой недели. Спасибо вам, потому что существует клуб для вас, поэтому пока вы еще не вышли на свои работы, 3 года ребенка или 1,5, посещайте клуб, и потом, если по возможности, посещайте клуб. Всегда открыт, он бесплатно, поэтому приходите с подругами, с мужьями, можно детей оставить маме, прийти послушать экскурсию. Вот. Ну и клуб, конечно, наш работает всегда бесплатно. Еще у нас есть друзья, такие как вот Сергей Азарьев. Анастасия Провадорова, это владелица этого частного клуба «Мадагаскар», она предоставила нам безвозмездно. У нас Алиночка здесь сегодня. Степова Валентина. Я. Это вот как раз новые мамочки. Мы очень рады, что такие красивые мамочки с Севастьяном вливаются. А мужчины влились в наш коллектив. Здорово, Анастасия. Вот, с Максимкой. Также наш мужчина. Спасибо огромное. Я вам благодарю вас за мероприятие недели. Курашкина Ольга. Да, руководитель клуба в приятном желтом цвете, солнечном, осеннем, Кудрявцева Вера. Спасибо вам, солнечное. Филатова Алена подсказывает внештатную руководитель. Потому что столько провести консультации, Аленочка, огромное спасибо вам. Спасибо, бесплатно. Бесплатный руководитель, самый активный руководитель, это Бельманшина. Ты сама себе подарок сделала? Кто подарок такой? 1 июня, да? Вот был 1 июня, 2 года будет следующим, 1 июня, в следующем году. Поэтому Люба тоже у нас. Как я и говорю, уже редко кто делает что-то бесплатно. Она у нас активистка и сплочает мамочек. И я думаю, что вам это интересно. В скучном декретном отпуске где-то проводить время
надеюсь, что детки будут меньше болеть и будет у нас немало таких мероприятий. Но квартира клуба Яшки, да, подушек. Ну и наши друзья. Да, Сережа, вот мы тебя ждали, без тебя вообще не было бы справиться. Спасибо огромное, что ты так частное лицо приходишь и радуешь мамочек. Сережа, огромное спасибо. На всю жизнь память эта, память твоя на всю жизнь остается. Спасибо. Да ладно, все, давай. Держи, отдай, пожалуйста. Держи. Поздравляю. И еще. Подарок. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Сережа. Огромное спасибо за проделанную работу Вере, потому что она так активно поддерживает, всю информацию выкладывает в группе. Очень приятно, что вы пишете комментарии. Это так важно, потому что по-своему, своими комментариями вы высказываете свою точку зрения вообще о существовании, о нужности вашего клуба, о той вот деятельности, которая проводится Домом молодежи. Поэтому огромное вам спасибо за неравнодушие и умение вот из своего личного времени найти время для вот этого общения. Спасибо вам, что вы здесь. Чуть пониже опусти, зайку. Смотри. Оп. А? Оп. Молодец. Ой, как высоко залезла, да, с зайкой-то? Не упадут? Будем надеяться, чтобы не упадут. Никуша, Никуш! На дядю смотрите. Ку-ку! Побежали? Матрешка. Ку-ку! Никуша, сколько за Буля! Смотри, как ку-ку! На полку сядьте. На улице две, вот. Ну а что? Так. Никушка! А можно стул вот эту ножку бери? Так, третья пошла. Видишь, девочка? Потом будет твой шанс что убрать. Не, мы потом покачаемся. Ку-ку, девочки. Эй! Никуша! Никуш! Мать! Никуш! Хочешь садиться? Оп, спрячься. Буля, сделай ку-ку. Ку-ку. Сделай ку-ку. Глазки, спрячь глазки. А дядя спрячься, ку-ку. Где? Спрячь глазки, глазки спрячь. Ты где? Ку-ку. Секундно, нет? Секундно, пятки? Нет? Нет? И Вася, там девочки, да, там девочки, ай, какие девочки. Маргарит. Так, куколку только можно посадить, а то он там лежит? Она не садится, она такая. Вот, так, ага. Мы ее вот так посадим, да? Ты вот так ее ручкой обнимай. Обнимай ручкой. Нет, нет, не хочешь? Давай обнимем. Как куколку обнимай? Вот так вот. Да? Да, к маме хочешь? Я использую один зонтик для этой всей портретной съемки. В принципе, достаточно. Остальное немножко можно вытянуть в Lightroom, где тени очень жестко получились. Ну и рефлексы, которые от синего стола у нас получаются на лицах, можно немножечко будет тоже убрать. Проходите. Так и пошли, да? Все, мы такая серьезная, да, всегда, да? Такая серьезная, невероятно. Так, а давайте без ляли я портретик сделаю. И можно без цветочка. Ага. Супер лохматый. Эй, ты куда? Поставьте, ага. Ой, как высоко забралась. Свет, Свет. Как высоко забралась, да? Вот это высота. Вот. Еще волосики убери. Во, красиво, да.
Вот, на цыпочках. Стой, как ты умеешь на цыпочках? А с улыбкой можешь? Вот, с улыбкой, да, на цыпочках. Давай. Ага. Отлично, молодец. И теперь супер улыбка для мамы. Как ты для мамы улыбаешься? Вот так, да? А для папы? Как для папы? Она себя позорит. Отлично, молодец. Ой, с сосками, куда деваться, ну? Алиса, дай крокодила. На голову. Вот как полетела. На голову. Сюда все, сюда все. Головки, ку-ку. Алиса, подружками, подружками. Сюда, смотрите. Я хочу гадать. Ой, Майя, ты хватился. Ну, в общем-то, друзья, вот так вот поснимали мы. Сейчас, наверное, в студию приеду, сразу фотки перекину и покажу вам немножко, что получилось. У птиц была такая паника, видели, да? Наверное, высоко летают к недождю. Будет хорошая погода. Ну или из-за еды подрались. Вот, поснимал в Мадагаскаре. Классные все такие детки, мамочки. Здорово. Вот, сейчас поедем в студию. Попробуем это сразу посмотреть, что получилось, и чуть-чуть обработать. Пока у меня следующие клиенты не пришли, они после часа обещались. Сейчас 12:46, ну хотя может и не успею еще сделать, но если что, после съемки там вам покажу, что получилось и как я это все дело обрабатываю. В общем, погнали. Ну что ж, друзья, вот я и в студии, подключил фотоаппарат к компьютеру, сейчас буду копировать фотографии. Думал, уже не получится мне вам все это показать, потому что картридер дома оставил, но нашел вот шнур USB-шный третий, сейчас вот все-таки, я думаю, у меня получится все это дело скопировать. Так. Включаем фотоаппарат. Сейчас он определится. О, есть. И копируем, друзья. Конечно, фигово, с фотоаппарата всегда почему-то очень долго копируют, никогда этим не пользуюсь, предпочитаю все-таки картридер использовать. Вот. И первоначальный, значит, этап у меня какой? Сначала я, значит, копирую, создаю папочку, копирую все фотографии туда, потом я их в программке выбираю хорошие все, нехорошие не удаляю, перемещаю в другую папку. Программкой я пользуюсь вот этой вот, ICDC, 8-я у меня версия. Очень хорошая программа именно для выбора фотографий. Все очень быстро открывается и очень просто ей выбирать фотографии. Ну, чуть попозже я вам покажу, как я это делаю. Вот, сейчас, кстати, вышла 9-я версия только что. Вот буквально вот сейчас я пришел, посмотрел почту, и пришло письмо, что вышла 9-я версия программки. Это очень классно. Вот, смотрите. 9-я за 89 долларов ее можно приобрести. Соответственно, и в ней появились какие-то вот новинки интересные, еще не изучал толком. Но вот это вот мне уже интересно. Так, да, копируем. Вот это уже интересно. Skin Tone, значит, с тоном лица что-то связанное. Наверное, она его правит и делает очень красивым. Ну, короче, прикольно. Обязательно завтра-послезавтра приобрету. Но это еще, я так понимаю, предзаказ только. Не сама уже версия. Pre-order, да, нов. Предзаказ. И участники могут выиграть вот Samsung NX20 камера. Так что надо
брать до 22 сентября, я могу в этом вот всем поучаствовать. Я обязательно возьму себе новую версию. Очень радует эта программка. Всю жизнь буквально ее пользуюсь с самой минимальной верхней версии. Не Fastone, там не всякие другие, там не нравится мне. Это прямо вообще зверь. Все хорошо открывает, все летает в ней, все очень быстро, оперативно. Можно мгновенно осуществить выборку фотографий, и будет у нас все классно. Ну, сейчас, в общем, ждем, пока все это загрузится, и чуть попозже вернусь к вам. Итак, мы перенеслись на рабочий стол. Вот, собственно, папочка скопированная. И сейчас я вам покажу, как я примерно фотографии сортирую, как выбираю. Вот, ну и, в принципе, вы увидите, что получилось на этой съемочке. Вот. Получились у нас вот такие вот фотографии. Такие, сейчас мы их будем выбирать. То есть для выбора я, конечно же, использую программку ACDC. Восьмая версия у нас. Вот, очень удобная программа для просмотра, для отбора фотографий. В ней я делаю всегда, почти всегда в ней отбор. То есть первичный отбор фотографий. Выбираю все хорошие и копирую их в отдельную папочку. Ну, соответственно, вот такие фотографии можно всегда удалить. Вот это очень просто все делает. Сейчас мы, собственно, и посмотрим, как мы это делаем. То есть буквально одним нажатием мы можем приблизить фотографию, посмотреть ее резкость и понять, нужна она нам или нет. В принципе, можно в таком режиме работать, где вы их так вот видите, да, и перемещаться либо мышкой, либо клавиатурой, да, либо если у нас тут курсор, то мы просто колесико крутим и перемещаемся легко. И выбираем мы фотографию. Вот видите, тут загорается в уголке буквально, вот мы можем мышкой выбрать, либо мы можем клавишей на клавиатуре делать, что удобнее. Клавиша косая черта. Вот такая вот черта косая, рядом с Delete она обычно находится. Вот я могу включить или выключить. То есть я сейчас буду находить хорошие фотографии и их, соответственно, отмечать. Вот. То есть, когда мы отметили фотографию, мы потом вот видим, да, все отмеченные. Мы можем в таком режиме, естественно, их выбирать. Можем отменять, можем сразу все там, например, выбрать. Также все это одной клавишей делается очень легко и просто. Вот. Чтобы потом при обработке не нагружать компьютер заливкой миллиона файлов, да, я всегда выбираю сначала хорошие, а потом уже их, соответственно, и обрабатываю, если того требует. Если это требуется. Вот. Ну и, соответственно, давайте сейчас быстренько мы пробежимся по первым фоткам. Значит, эту берем. Так, сейчас мы выберем. Вот это хорошее. Эту тоже можно оставить. Тут ножка немножко обрезана. Вот эту берем. Так, вот из этих двух можно быстренько понять, какая из них пореже. Ну, в принципе, они одинаковые, так что можно две оставить. Ну, хотя нет, две не надо, одну берем. Оставим вот эту. Вот такая серьезная, такая тоже можно. Тут вот какая-то такая эмоция проскочила. Тут мы зайчиком закрылись, эти не берем. Вот это хорошее. Это можно оставить. Так, эту. Сейчас вдвоем их тут выберем. Так, ну, в принципе, вот эту можно взять и вот эту возьмем. Тут уже прыгалка. Ну, и эту для этой девочки пойдет, я думаю. Так, тут какая-то штука, кусок стула торчит. Вот такие моменты надо сразу убирать с кадров, чтобы их потом не вырезать, ничего с ними не делать. Нафига она тут нужна? Так.
Это не резкость, а вот это в резкости. Глубина, ну, диафрагма, как вы видите, 3,5, достаточно маловато для такой дистанции. То есть это тоже надо смотреть в процессе съемки. Но, в принципе, вот для этой девочки, может, и пойдет фотография. В принципе, я сейчас выбираю все более-менее нормальные фотографии, а потом из них еще быстро пробегусь и выберу самые-самые лучшие. Сейчас такой, так скажем, первый такой отбор идет, самый такой первичный. Вот. Ну, как вы заметили, на съемке я снимал с одним зонтом только, да, и вот этот самый один зонт, да, если мы с этой стороны подсветки у нас никакой не ставится, и, или нету каких-то отражающих поверхностей белых там, да, любых других, то у нас получается вот эта вот часть в тени, да, что не очень хорошо, конечно, смотрится, но ее можно будет немножко подвытащить в Lightroom, вот. Но, в принципе, достаточно и без этого кадров, которые вот абсолютно нормальные. Поэтому те можно как бы, те могут спокойно уйти в брак. Так. Так, ну возьмем, тоже в прятки сыграли. Возьмем вот такой кадрик хороший. Вот такой, да? Вот это. Сейчас повыбираем. Да, нормально. Видите, жесткий свет еще, ну, как бы не всем идет. Детям-то нормально он на детях смотрится, да, а вот на родителях может смотреться не очень хорошо, но, в принципе, кадр имеет право на жизнь, ничего там страшного нет. Такого можно просто посветлее делать тени, потом в Lightroom, и все будет у вас замечательно. Да, вот эту оставим эмоциональную такую. Вот какие мы серьезные, да. Пальчики немножко обрезаны, но ничего страшного. Вот такую вот, да. Еще вот обратите внимание, что от стола, да, тоже когда используешь жесткий свет достаточно, с серебристым отражателем зонт, он очень отбрасывает рефлексы на лицо. Видите, вот синий рефлекс от стола получается. То есть за этим тоже надо следить. Но опять же, вот этот рефлекс, если он очень прям вам уж прям мешает, да, его буквально двумя движениями можно потом в фотошопе убрать. Если будет желание, пишите в комментариях, я покажу, как это делается. Так, значит, сейчас, ну, вот эту тоже мы возьмем. Так, тут вот мальчик с шариком во рту. Так, возьмем вот одну фотку без шарика. И возьмем одну фотку с шариком. Так, теперь с мамой. Вот. Как видите, очень тяжело работать на детских съемках, так скажем, малыши такой возраст, что им не скажешь, как сесть, да, правильно. Дети постарше уже, которые понимают, их можно как-то посадить и, так скажем, покомандовать, да. Поэтому вот так и работаем. Иногда хотят записаться на семейную съемку, да, говорят, нам надо всего там, ну, 2-3 фотографии сделать, просто чтобы хороших были. Так вот, чтобы 2-3 фотографии сделать, да, надо сделать штук 10-15, да, фотографий в принципе, чтобы из них можно было выбрать хорошие. Поэтому имейте в виду, что не все так просто. Если вот кто-то заказывает съемочку, да, то все-таки это не так, что ты пришел, встал, тебя 3 раза щелкнули, и все 3 фотки получились хорошие. Особенно, когда людей побольше в кадре, то достаточно трудно поймать их всех так, чтобы они получились хорошо. Так, ну сейчас вот с этим мы определимся, что же тут такое. Ну вот хоть лицо тут и в тени немножко, да, но ничего страшного, в принципе, я думаю, можно оставить. Вот. Такую вот, наверное, фотографию. Так. Вот такие кадры можно очень спокойно прямо удалять прямо отсюда. Клавишу «Delete» жмем, и все, у нас кадра уже нету. Брак вы можете смело удалять, ничего страшного в этом нет. Так. Берем. Так. Вот так он засмеялся. Вот уже с мамой, да? С мамой мы возьмем вот
эту фотографию пусть будет. Хотя сейчас мы посмотрим по резкости. Видите, как удобно. Раз увеличил, сразу мы видим резкость. И можем, соответственно, определяться с выбором. Вот. Ну, дальше я продолжать не буду. Вот, в общем, как-то так мы все это выбираем дело, да. Потом смотрите, что я сделаю. То есть, допустим, мы все выбрали, да, фотографии. Просто тыкаем два раза. И теперь переходим вот сюда, вот фильтр и таргет, да. То есть, все выбранные, оп. И вот они все, все хорошие фотографии. Мы их также можем еще раз посмотреть. Что мы тут навыбирали, да? Ну, вот это вот, смотрите, вот это не резкая, да, фотография видно. Вот это нормальная. Соответственно, если мы ее, ну, уже второй раз выборку делаем самые-самые лучшие, да, мы можем просто галочку снять. Вот здесь вот галочка, оп, мы еще исчезнет она. Так, пройдемся еще чуть-чуть. Так, ну, собственно, вот они, самые хорошие фотографии, да, допустим. И вот, видите, тут это без галочки, да, уже мы можем еще раз обновить. И, видите, она исчезла. То есть у нас остались только самые лучшие. А все, которые не выбранные, да, вот, соответственно, on target, да. Мы нажимаем, и тут получаются все фотографии, которые не выбраны. И... Как я делаю, я беру вот эти потом фотографии, их всех выделяю, отсюда вырезаю, создаю новую папку, там Best, например, и туда копирую. И, соответственно, эту папку потом уже перекидываю в Lightroom. Если я планирую как-то их обрабатывать, работать с цветом, да, по теням что-то делать, да. Либо если сложной обработки не надо, и нам кадр нравится как есть, да, ну вот тут, в принципе, что тут обрабатывать, он, в принципе, нормальный кадр, да, если нам Photoshop тут, ну, я не имею в виду обработку в Photoshop, да, я имею в виду в RAW конвертерах обработку, если тут обработки особо не требуются, соответственно, мы можем его сразу просто в JPEG перевести, да, а чтобы нам в JPEG это все дело перевести, если мы загрузим, например, в Lightroom, эту фотографию, да, там она полностью изменит цвета. Нам, чтобы также настроить, очень надо повозиться будет, да. Поэтому, если мы не планируем какой-то сложной обработки, и у нас нет проблем со цветом, да, я использую программку Nikon Capture NX. Вот она, как видите, Capture NXD, которая при переводе из RAW в JPEG не искажает мне цвета, и она... JPEG-кадр получится точно такой же, как мы видим на экране. То есть, если фотографии не требуют обработки какой-то особой, да, или потом вы планируете обрабатывать в Photoshop, то вы можете всегда этой программкой перевести, если у вас Nikon, соответственно, фотоаппарат, то Capture NX, если Canon, то там другая идет, своя программа, да, для конвертации RAW-файлов. Вот, вы переводите и потом уже обрабатываете там в Photoshop или в любой другой программе, которой вы пользуетесь. Вот, в данном случае меня эти кадры, в принципе, устраивают, да, не считаю тех кадров, где вот у нас слишком, ну, темновато получилось, ну и то, в принципе, мне нравится, ничего страшного в этом нет. Этот кадр я могу, в принципе, в Capture NX также подсветить, да, мне не надо для этого кадра использовать Lightroom, да. Lightroom, если я использую, если надо какие-то точечные подсветки сделать, да, например, только вот эту часть подсветить и вот эту, да, не затрагивая другую область, тогда это Lightroom. А так Capture NX вполне пойдет. Либо потом мы можем после перевода в JPEG, да, в той же самой ACDC, да, вот мы можем, ну, сейчас у меня RAW тут файлы, она, в принципе, видите, вот как сразу изменилось, да, то есть, если мы работаем с чистым RAW, оно сразу меняется, и совершенно по-другому картинка смотрится, вот теперь ее надо обрабатывать, да, а до этого было у нас нормально. Это происходит с любыми RAW-конвертерами, да, если это не оригинальные, да, то есть не принадлежат той фирме, которая выпустила ваш фотоаппарат. Вот. А в Capture NX такого нет. Если мы открываем файл, он также и смотрится, как смотрелся до этого. Ну и, соответственно, если у нас, допустим, есть такой JPEG-файл, да, мы перевели Capture NX
в JPEG. Потом мы можем также в ACDC открыть эти JPEG и вот так вот чуть-чуть вот этим ползунком, да, подсветить тени. Вот так вот. И получится у нас так, ну, чуть-чуть попроще тени, посветлее. Вот, вот такой какой-то файл получится, да. Ну, тут вот у меня пересветы появились. Вот, я их также компенсирую. Видите, то есть, чтобы сделать такую же картинку, как у нас была с фотоаппарата напрямую, да, я стараюсь сразу снимать, чтобы нормально было. Потом поменьше всякой обработки делать, да. Вот. Нам надо пару ползунков передвинуть. Ну, вот, примерно так или не так, надо сравнить с другой фотографией. Вот, как-то так, друзья. То есть, вот так вот я фильтрую, обрабатываю фотографии, выбираю хорошие. То есть, самая лучшая программа для этого, вот, ACDC. Они мне за рекламу не платили, это я просто от себя, я ее всю жизнь использую, она мне нравится. Пробовал Fast Tone, там еще какие-то, но не мое. Это вот прямо идеально, да, что может быть проще, вот крутишь, нет, не будем сохранять, открываешь, да, крутишь просто колесико на мышке и нажимаешь одну клавишу, отметить, все, и очень быстро, то есть она очень быстро показывает файлы, как видите, хоть они и большие по размеру, да, один файл там, он 34 мегабайта занимает, да, равочки такие. То есть все очень быстро работает, надежно. И никаких зависаний, ну, очень-очень-очень-очень редко бывает там, что-то она зависнет или сбросится, да, но выбор всегда остается в любом случае. Причем самое интересное в этой программе, что есть вот такой вот редактор, да, почти как, не знаю, Photoshop или Lightroom, да, тут тоже куча всяких штук можно мы точечно можем воздействовать, не точечно, да, просто это, ну, это другая тема разговора на самом деле, да, но все эффекты, которые, в принципе, можно с изображением сделать, здесь есть даже, есть там, можно пыль какую-то убирать, да, с фона и прочие штуки делать очень легко и просто в ней. Ну, покажу в другом уроке, может быть, в другой день какой-то, как я дальше обрабатываю эти фотографии или другие. Посмотрю, если время будет, запишу вам небольшой такой лайфхак, так скажем. Вот, а на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и будет вам счастье. С вами был Сергей Азаренко и Покеда.